вечер, дорогие друзья. Если он, конечно, добрый. Начинаем очередной выпуск передачи «Вокруг плача». Настали тяжелые времена. Можно говорить обо всем. И мы говорим, говорим, говорим. И чем больше мы говорим, тем больше хочется плакать. Сегодня все присутствующие в этом мрачном зале и безутешные товарищи-телезрители поплачут по всем правилам. Я имею в виду правила хорошего тона. К большому сожалению, у нас в гостях драматический кружок правил хорошего тона «Синие блюзы». Преодолению периода застолья посвящать. Дорогие друзья, недавно у нас у правил хорошего тона случилось большое горе. Нас стало меньше. Не от хорошей жизни ушли из жизни правила разделывания устриц и омаров. Правила распития кокосов. Нет, они были не виноваты, но оказались связаны с некоторыми продуктами питания. Если бы вы были связаны с продуктами, вы бы тоже ушли из жизни. Но мы верим в нашу медицину так, как в нее не верит никто. А теперь о самом наболевшем, о правилах поведения в транспорте. Ножки у бабушки с дедушкой быстро бегут по дорожке. Бабушка, дедушка, дедушка, грустно висят на подножке. Ножки у бабушки с дедушкой быстро бегут по дорожке. Печально, грустно, драматично. Вчера вечером я придумал шутку, над которой проплакал всю ночь. Интеллигентный человек — это не тот, кто не обидел женщину, а тот, кто не заметил, как это сделал другой. Кстати, о правилах. Со слезами на глазах я просмотрел отрывок из фильма ужасов Жана де Боша «Ночь на сене». Это ужасно. На днях ко мне подкатила кузина. Говорят, у москвичей барахлит кордон. Какой ужас! Гарсон, Ситроэн для дамы. И побольше газа. Мадам, месье, Жульен упал в бульон лицом. Какой ужас! Не может быть! Это моветон!
Вы сказали моветон, мсье? От месье и слышу. Я к вашим услугам. Боже мой! Нож в левой руке! Какой ужас! Мадам, месье, жульены кончились! Прошу всех встать! Итак, наша передача подошла к неизбежному концу. И чтобы эта тягостная встреча была последней, давайте не плакать над правилами хорошего тона. Давайте их исполнять. Правила хорошего тона исполняются впервые!